Здравствуйте, в эфире астрологический прогноз. Лунный календарь нам показывает 11-й лунный день, а символ дня – меч. Луна растущая находится в знаке близнецов. У этих суток очень сильная энергетика, с которой нужно быть поосторожнее. В нашем организме просыпаются мощные силы, которыми надо управлять, чтобы не наделать бед. Пассивность нежелательна, но ничем серьезным лучше сегодня не заниматься. Солнце находится в знаке Козерога и пробудет там до 20 января. Итак, Козерогам сегодня захочется быть в центре внимания, но звезды советуют быть немного скромнее, день будет удачнее. В плане улучшения самочувствия хорошо начать новый цикл физических упражнений, но при этом старайтесь не переутомляться, принимайте достаточное количество воды в первой половине дня. В личных отношениях возможны сюрпризы. Звонок близкого человека поднимет настроение и вселит надежду. В делах небольшая пауза, но цель поставлена правильно, а значит, пора активизироваться. Водолеи будут готовы к самым невероятным и смелым поступкам, а звезды их поддержат и прогнозируют успех. Самочувствие будет в норме, только не переутомляйтесь и не нарушайте режим питания. Вероятно, вам придется принять решение относительно самых близких людей. Не спешите с ответом, сегодня ваш ум слишком категоричен, а действия чересчур смелые. В делах проявится ваш профессионализм и умение быстро принимать решения. Отличный день у рыб! Звезды обещают им насыщенный и интересный день. Относительно здоровья. Наблюдается огромный прилив жизненных сил, энергетика бьет ключом, обязательно воспользуйтесь. В личном плане звезды советуют приготовиться к приятным переменам в судьбе. Возможны новые предложения, встречи, знакомства, только не следует браться за новые дела, риск сегодня не оправдан. У Овнов день удачен для решения застарелых проблем, личная жизнь выйдет на первый план. Показатели здоровья в норме, день хорош для очищения верхних дыхательных путей и легких. Хотели бросить курить? Начните с сегодняшнего дня. Постарайтесь употреблять меньше грубой пищи, пейте больше воды и соков в первой половине дня. В личной жизни возможны приятные знакомства, в том числе и через социальные сети. Работа порадует успешным завершением давно начатых дел. Тельцы сегодня могут блеснуть своим интеллектом и быть в центре внимания противоположного пола. В плане здоровья желательно быть более активными. Беговая дорожка или велотренажер приветствуется. День хорош для диет и сброса веса. Советы диетолога и услуга массажиста будут очень полезны. Поведение будет слишком смелым. Сдерживайте свои чувства, иначе потом стыдно будет. Но зато для успешного завершения дел вы сможете применить свою практичность и изобретательность. Близнецам звезды пророчат удачный и весьма интересный день. Самочувствие будет в норме, полезны водные процедуры и сеансы массажа. Из продуктов наиболее полезными будут рыба, клюква и яблоки. В личном плане возможно искушение и желание пофлиртовать на стороне. Думайте о последствиях. В работе проявится изобретательность и склонность к экспериментам, особенно у творческих представителей этого знака. У раков проявится красноречие, ораторский талант и дар убеждения. Прекрасный день для достижения целей. Настроение раков будет меняться, как погода весной. Релакс-упражнения помогут справиться со стрессами. На личном плане придется разрываться между семьей и работой. Вечер все же проведите с родными. В делах возможно получение финансовой поддержки, что неплохо отразится на материальном благополучии. Львы сегодня будут очень общительны и контактны, но звезды советуют быть еще и осторожнее. Относительно здоровья все в норме, однако следует быть внимательнее на дорогах и при работе с электрическими приборами. День подходит для очистительных процедур и массажа. Старайтесь не переедать. Личное время будет заполнено семейными заботами. В делах возможны новые перспективные предложения и покровительство. Удачный день у зодиакальных дев. Звезды сулят им приятные изменения.
Самочувствие будет изменчивым. Чередуйте работу с отдыхом, причем активным. Рекомендуется занятие танцами, спортивные упражнения или уборка по дому. В отношении избранников будьте менее критичны. Лучше вспомните об их достоинствах и вечер проведите в семейной обстановке. День неудачен для крупных покупок. Весы получат шанс изменить свою судьбу. Будьте внимательны к ее знакам. Сегодня один из лучших дней для диет и очищения организма. Хотите быть стройнее? Сделайте разгрузочный день. Не забывайте про физические нагрузки. В личной жизни на первый план выйдут чувства. Захочется разнообразить отношения. Усилится романтичность и чувствительность. В плане бизнеса для работающих – это неблагоприятное время для важных встреч. У скорпионов сегодня проявится организаторский талант. Немного напряженный день, но вот вечер приятно удивит. Относительно здоровья, светило советует не беспокоиться по пустякам и беречь нервную систему. Больше времени проводить с близкими людьми и только положительные эмоции. На личном фронте без особых изменений, но новости издалека повлияют на ваши ближайшие планы. Финансы быстро распыляются, не следует браться за новые дела. Стрельцам звезды прогнозируют плодотворный и весьма интересный день. День очень подходит для водных процедур и массажа. Исключите или умерьте прием алкоголя. Включите в свой рацион морепродукты и зелень. В личной сфере разнообразьте круг ваших интересов с партнерами. Визуализируйте свои желания. В вопросах бизнеса обычный день, но важные переговоры лучше перенести на другое время. Дорогие друзья, вот таков был астрологический прогноз на сегодня. Мы желаем всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья.